Одинцовские активисты «Единой России» поприветствовали участников ежегодного зимнего шахматного турнира в Заречье, посетив мероприятие в рамках проекта «Детский спорт». В турнире приняли участие ребята младшей возрастной группы, 2012 года рождения и младше. Всего соревновались 24 юных шахматиста. Абсолютным победителем турнира стал 8-летний Владимир Давтян с результатом 7 очков из 7 возможных.